Итак, вебинар у нас начинается, и здесь я буду рассказывать про способы. О, так, кто-то мне там щелкает. Серега, наверное, это ты. Двойник вредный щелкает. Сейчас я перещелкну назад. Так, минуточку. Единичку поставлю. Вот так вот. Итак, на этом вебинаре мы будем... Ой, пардон, Серега извиняется перед вами, передо мной извиняться не надо, я не злюсь, просто так иногда выходит. Итак, будем разбирать методы практические методы увеличения посещаемости на 100 человек в день и более. Причем здесь я поставил к себе, вот лично, когда вот я этими методами начал заниматься, маленькие цели. То есть сейчас я вот хочу эти цели огласить перед вами. То есть 100 человек это минимум, то есть надо набирать именно трафик так, чтобы он рос постепенно и все время набирался, то есть увеличивался постоянно. Постоянно прирастал, то есть чтобы через год у вас уже приходило там не 100, а вот в зависимости от того, насколько вы в это дело вложитесь, там, например, уже 200 человек. Второе, трафик, чтобы был качественный. То есть, ну, все знают, там есть какие-то там разные программы для накрутки, есть сервисы, то есть там Unique IP, там такой сервис есть, там 5 баксов им даешь, и тебе в течение месяца по 300 человек на сайт заходит. Но, естественно, от такого трафика вообще, ну, нету толку. Вы должны понять, что лучше один человек, который заинтересован, чем 1000, которые просто вот даже толком не посмотрят ваш сайт, а просто он в программе у кого-то там прокрутится, чтобы ваш счетчик засчитал. Трафик должен быть именно целевой. Ну и третий бесплатно. И так как бесплатно, вы все должны понимать, что тогда придется попахать. Ясно. Еще, что я хочу сказать про эти способы, многие из вас их в какой-то мере знают. Почему в какой-то мере? Потому что вот сколько я вот людей уже не спрашивал, не смотрел, как делают, все вроде бы знают, но кто-то, не делает, а кто-то делает совсем не так, и третий тип делает вообще не с той целью, то есть, ну... Просто не так. Поэтому я буду говорить не только сами способы, но и тактики, как это делал я. Почему дело? Потому что я сейчас, у меня уже, в принципе, раскрутка идет хорошая, база тоже большая, людей на сайте заходит много, и от некоторых способов, которые отнимают слишком много времени, я уже просто-напросто отказался. То есть заменил их на другие, так сказать, платные способы, потому что именно платные, они дают как бы самый такой большой вжик. Но опять-таки, главное здесь в чем, вот когда я помню первый раз, вкладывал деньги, вот как только они у меня появляются, начал вкладывать, и очень часто было так, что я просто вкладывал деньги в никуда. По-разному, Алекс, то есть это не секрет, но я даже сумму точную сказать не могу. Обычно это вот от моего дохода где-то 40% вот на данный момент, последние полгода я вкладываю. То есть я просто вот даже когда я уже начинаю получать доход, я уже вот на подсознательном уровне делаю, ну, задаю себе цель, даже как это сказать, даже не знаю. То есть у меня уже на подсознательном уровне планка, что 40% это вообще не мои деньги. Я не имею их тратить на что-то. Я просто иду и их трачу на раскрутку своего сайта. В основном это сайт Master CSS, и сейчас я расскажу почему. Итак, перед этим хотел бы рассказать историю. Историю не мою, ну, в принципе, мою, а именно двух сайтов. Первый сайт я развивал, и шло развитие у него, оно и сейчас идет именно в сторону SEO, то есть оптимизировался. Там иногда вот я потом в последнее время начал уже, как деньги появились, закупать ссылки на него, но раньше их вообще не закупал. Если честно, я до сих пор уверен, что они никак практически не влияют на какой-то там на посещаемость. В основном это для на роста TCPR. То есть, ну, ссылки для этого, в принципе, покупают, чтобы потом дороже продавать их со своего сайта. То есть купи-продай называется такое вот. Так вот, сайт GoodComp.
Я развивал его именно в плане SEO, то есть там подбирал запросы, оптимизировал статьи, и в итоге я добился действительно хороших результатов, при условии с тем, что я уже не размещаю там посты где-то около 3 месяцев, последний пост был, его посещаемость не падает, а все равно поднимается, то есть это вот плюс SEO. Но минус в том, что это очень долго, и минус еще один, что такой трафик, он как бы меньше монетизируется. Потому что вот если брать мой сайт Master CSS, вот смотрите, у GoodComp сейчас посещалка в среднем 1600-1700 человек в сутки заходит. У Master CSS 600-1200, то есть в зависимости от того, как я там дам рассылочку и сколько человек там перейдет по ссылкам. И вот если вот про те методы, про которые я буду говорить сейчас, вот из Master CSS их вообще убрать, оставить одно SEO, сразу говорю, под SEO он вообще никак не развивалось, не развивается, Master CSS, то на него будет заходить где-то в среднем около 200 человек в сутки. То есть это то, что приносит мне трафик поисковой системы. Где-то человек 200. Вот так вот. То есть видите, как мало. Но что я хочу сказать, что основной мой доход 90% приносит именно Master CSS. То есть это именно вот за счет этого сайта. Получается, мы сейчас и сидим, я и купляю вебинары, и покупаю какое-то обучение, и там еще разные услуги, хостинг и так далее. Именно за счет сайта Master CSS, чтобы вы просто это знали. Вот именно вот почему так важен качественный трафик. Понимаете, да? Итак, теперь давайте перейдем к самим непосредственно способам. Первый шаг называется вот это, в принципе, вот еще у меня спрашивали, для магазинов подойдет, не подойдет, там для чего-то подойдет, не подойдет, сразу говорю, подходит для всего. Потом я это все это вам расскажу попозже чуть-чуть, как это и что это, поэтому не сомневайтесь, что это подойдет, потому что уже как я начал интересоваться ведением бизнеса, я прекрасно понимаю, что вот это без этого никуда и никак. То есть это то, что будет качественный трафик, это то, что увеличивает ваши продажи, там ваши услуги там и так далее. Итак, первый шаг. Ищем конкурентов. Что такое конкуренты? Это люди, которые ведут сайты, схожие с вашей, с блогом или там, ну, с сайтом по вашей теме, но они намного превосходят вас в развитии. То есть вот у новичков, у меня тоже так когда-то было, они воспринимают вот этих людей именно как конкурентов. То есть, блин, они там такие сволочи, им так везет, но это же все нечестно, у меня тут молодой блог там 1,5 человека в день заходит, а им так везет там 1000, 2, 3, 11 тысяч посещалка. Сразу говорю, что к таким сайтам вы должны относиться не как к конкурентам, а именно как к партнерам. Вот это самое правильное будет понятие. Потому что когда вы будете относиться им как к партнерам, вы тогда будете уже, даже вот когда будете там работать с этим сайтом, обрабатывать его, вы уже будете работать с точки зрения, что вы коллеги, что вы тоже должны принести пользу какому-то сайту. Потому что когда человек начинает работать с сайтом, как со своим конкурентом, у него одна цель. А как мне оттуда спиарить что-нибудь? А как мне у него порекламироваться? А как мне что? Ну и обычно, когда он пишет письма великие там, помоги мне, душа плачет, мне не везет. И обычно присылают в итоге письмо, в котором ответ один, фига в нос. Вот так вот. Поэтому первое дело, фишка, вы должны именно смотреть на сайты конкурентов, как на партнеров. И тогда вы будете тоже им чем-то помогать. Не знаю, я партизанский маркетинг не смотрел, не читал, не изучал. То есть у меня тут немножко другое. Возможно, изучал, просто название такого не знаю. У меня такое часто бывает, что меня приглашают там на какие-то семинары, вебинары, говорят какую-то там суперкрутая тема, назовут как-то по-модному, я прихожу, ё-моё, я это вроде бы знаю. Просто так, знаете, новые понятия, новые названия какие-то дают, имена какие-то новые словам, и в итоге ты приходишь, а ты это знаешь. А может, и не знаю, то есть я ничего утверждать не хочу. Итак, первый шаг, ищем конкурентов, ищем 10 суперблогов, то есть стандарты суперблогов. Суперблог – это тот блог, у которого посещаемость по вашей теме больше 1000, но это минимум. Желательно найдите 10 тысяч, возможно, такие у вас найдутся, но именно 10 штучек.
10 штучек это так, это я говорю вообще свои шаги, с которыми когда-то я работал. Так вот, либо там посещаемость больше 1000 человек, это если вам уже совсем вот не лень работать, как там не знаю кому. Но я вот брал, у меня был блок там 10 тысяч человек, там 11 тысяч человек было. И база, вот если нету посещалки, чтобы была база, то есть от 2000 хотя бы, но опять-таки много баз, вот залезьте на Smart Responder, посмотрите базы, где по вашей теме, где очень много подписчиков. То есть кто-то занимается фотошопом, пожалуйста, фотошоп мастер, то есть там у них база офигительно огромная. Или там, ну вот, ищите вот именно такие базы и потом ищите сайты владельцев этих баз. Потому что обычно они ведут блоги, они выкладывают какие-то посты, и вот это нам и надо, то есть побывать на этих блогах и потом это влезть. И затем смотрите на этих самых суперблогах, если там есть и большая посещаемость, и большая база, можете их называть уже супер-пупер-блог. Понятно, да? Но факт в том, что мы должны оставлять конкретные комментарии, какие я потом это все расскажу. Но факт в том, чтобы вы могли оставлять подписи ссылку. Вот, допустим, как у меня, оставляете комментарий на сайте, там есть рядышком, если вы указали свой сайт, там стрелочка, которая ведет на ваш сайт. На некоторых блогах ваше имя является ссылкой на сайт. То есть не спамить, не путать со спамом, я не говорю, чтобы вы спамили, а именно, чтобы ваша ссылка, ваш ник там или рядышком с вашим ником, когда вы указываете свой сайтик, появлялась ссылочка. Вот такие вам и нужны сайты. Второе. Подписываемся и комментируем. То есть стандарты какие? Подписка через новостную ленту, но это RSS, либо подписка через рассылку. А желательно, если есть и то, то подписывайтесь и там, и там. Почему? Объясню чуток позже. Так, и теперь шаг первый. Я вам, в принципе, рассказал. Теперь тактика. Потому что многие люди идут комментировать только ради этих самых ссылок в комментариях. Но это неправильно изначально. Итак, первая тактика. Ну, естественно, находим эти блоги и подписываемся, чтобы получать новости о новых статьях на них. Второй шаг – это новый пост и первый коммент. То есть ваша цель – попасть на этот самый блог, как только начинается какой-то началась какая-то переписка, там, ну, статья, вы сразу идете туда и стараетесь первым оставить комментарий. Но здесь, обратите внимание, я 5 требований к этим комментариям выставил, потому что многие новички чисто тупят и оставляют такой бред, что просто нет слов. Во-первых, когда вы оставляете комментарий с целью пиара своего сайта, он не должен выглядеть как цель пиара своего сайта. То есть, допустим, как многие делают, привет, круто, спасибо, пока. Там, о, классный материал, там, о, я тебя люблю, о, ты супер. Ну, это, понимаете, это шлак называется. То есть, это те комментарии, почему шлак, это не потому, что я кого-то хочу обидеть, а это те комментарии, на которые люди вообще никак не реагируют. Поэтому вот 5 требований. Ну, 5-е тут даже предупреждение, расскажу историю. Итак, первый. Это первое требование – жирный комментарий. То есть, что такое жирный комментарий? Это комментарий, который должен либо как-то дополнять пост автора, либо, если вы нашли ошибку, он должен рассказать про эту ошибку. Но здесь, ну, если вы разбираетесь в теме вот по этим блогам, в своей теме своего сайта, это, скорее всего, 90%, что вы разбираетесь, раз вы начали. Или вы начинаете разбираться, либо эта тема вам интересна. А раз вы это начинаете или там уже разбираетесь, вы 100% сможете оставить жирный коммент. То есть, возможно, вы что-то захочете спросить интересное. То есть, а у меня вот тут сомнения какие-то. А подскажите мне тут, так, так, так. Ну, желательно, чтобы коммент был вообще 20 листов и по теме, естественно. Но, допустим, еще одна ошибка, как многие делают. Коммент, вот особенно профессионалы, они этим грешат, сразу говорю, очень сильно. Когда они видят ошибку на каком-то сайте, они сразу в комментах там начинают там, да у тебя тут какая-то ерунда, да ты ничего не понимаешь, да ты лох, да ты невежда, там, иди там учи бабушек под подъездом. Ну, в общем, начинается откровенный засер своего компонента. Но сразу говорю, вот правильно, я просто такие удаляю, не обращать на это внимания, это самый первый принцип. Но это вот первое, и такие комменты могут сразу удалите ваш жирный коммент, просто ваши старания уйдут в трубу, вы это должны понимать. Второй момент. Даже если автор не удаляет эти комменты,
посетители такого не любят. То есть люди, вот даже вы, вот представьте вот себя в ситуации, когда вы заходите на блог человеку, вы новичок, допустим, в чем-то, заходите на блог человеку, который, статья которого вам чем-то помогла. А тут нарисовывается снизу какой-то Вася Пупкин, и эту статью засирают с ног до головы. Как вы к этому Васе Пупкину отнесетесь? Это, естественно, негативно. То есть вам это надо? Нет. Поэтому коммент всегда тактичный и в дружественных тонах. Тем более, что наша цель не комментировать на сайтах. Это просто шаги, которые дают нам какую-то выгоду. Все. Потом, когда мы оставили комментарий, мы должны уже за ним следить. То есть это очень важно, когда на блоге, когда блог посещаемый, живой, большая рассылка, там очень часто комментируют. Поэтому желательно следить за комментариями. Для чего? Для того, чтобы отписывать там тем, кто что-то спросит. То есть первее автора нам надо отписать, помочь. Но опять-таки только в дружественных, тактичных тонах. Типа, не иди, придурок, подучись где-нибудь, а потом здесь шныряй. А нормально все это разъяснять. Вы должны уважать своих собеседников. Это очень важно. Поэтому вы следите за комментариями, помогайте кому-то. И будет вообще шикарно, если вы начнете втягивать людей в беседу. То есть, когда начинается беседа, на нее обращают очень много внимания, вот это по своему личному опыту знаю, и тогда начинают по вашим комментариям, то есть вами, вашей личностью начинают очень так живо интересоваться и уже больше тыкают на вашу ссылочку в комменте, то есть на ваше имя. Это вот 4 столпа оставления комментария. И вот была такая история, я раньше был подписан на Азамата Ушанова, он как-то оставлял свои... оставлял комменты, хотел сказать, ну, когда посты свои размещал, там был такой человек, не помню, как зовут, да, даже если бы знал, не сказал бы, но факт в том, что как вот 10 постов, очень долго, короче, как только новый пост, заходишь на страницу, там сразу первый комментарий. Спасибо, Азамат, ты крут, с уважением, профессиональный психолог такой-то. И вот так вот, представляете, вот 10 подряд постов там на сайте у Азамата, и везде первый коммент, спасибо, круто, супер. И вот, даже кто-то помнит этого психолога. И получается... И в конце профессиональный психолог такой-то там. Ну, в общем, первый раз... Азамат ничего не делал, то есть он даже там редко отвечает на комментарии, он просто их читает. Ну что он тут делает? Ничего, тут, в принципе, это комментарий как комментарий, это быдло-комментарий называется, или троллинг. И получается, что 11-й пост, ну я посты говорю сразу, приблизительно говорю, не считал их, но было долго. 11-й пост, захожу я на этот пост, и там первый коммент не от этого психолога, а первый коммент идет от какого-то там парня, который пишет, оставлю я как коммент, пока наш психолог здесь не появился. Ну, то есть тупо у всех пошел ржач из-за этого психолога. Он потом обижался, ходил там, коммента ходил, обижался, ну, именно оставлял комментарий, что вы надо мной смеетесь. Но факт остается фактом в том, что с него тупо был ржач. Конечно, он себя пропиарил, можно сказать, но в сторону, ясно. Итак, ну, с комментами все понятно, но наша цель не оставлять комментарий. Наша цель именно подружиться с этим блогером, то есть с человеком, который ведет наш сайт. И вот именно когда вы начинаете оставлять жирные комменты тактичные к его этим, помогаете ему, как-то там помогаете его аудитории, он начинает вас замечать. То есть он уже знает ваше имя, потому что вы должны подписаться, именно ставить нормальное свое имя, а не там Терминатор 2 там какой-нибудь. Нормальное имя и желательно тоже свою фотку, чтобы ваш человек видел, что вы реальный живой человек, который вот помогает, разбирается, общается. То есть тогда вам просто легче будет подружиться. Вот именно в комментариях даже уже может завязаться у вас первая беседа. Затем вы можете отписывать блогеру через контакты, лично ему на почту, если вам там что-то не ясно, помогите. Потом вы можете с ним предложить ему обменяться постами со своим блогом. Сказать, вот я тоже здесь веду свой сайтик, наверное, ты его уже знаешь. Мне нравится очень твой блог, и я хочу там обменяться с ним постовыми, то есть, ну, статьями. Это вот первый шаг, как сотрудничество идет. И потом уже вы можете сотрудничать более плотно. То есть у вас какая-то новая услуга, попросите его написать, там, допустим, даже если не за бесплатно,
скидочку сделать. Цель вот в этой тактике оставления комментариев – это именно сотрудничать с автором данного блога, с авторами. То есть, прикиньте, 10 популярных блогов, если вас везде пропиарят, это будет круто, согласитесь. Поэтому ваша... Сережа иногда исчезает звук. Это, скорее всего, качество связи, извиняюсь. Будет запись тем, кто доживет до конца. Звук иногда пропадает. Ну, это девушка, раз, то остальные 330 не могли. То есть, естественно, что это плохо. Возможно, ну, я не знаю, у меня колонки выключены, эхо не должно быть. Странно. Так, ну, в принципе, у меня тут иногда соединение, в Беларуси интернет хромает на карте, возможно, соединение, то есть у меня исходящая скорость 64 килобита, я это уже говорю на каком-то, на каком-то вебинаре. Так, ну, ничего я здесь не поделаю. Потом будет всем запись. Так, так, дальше идем. Так, следующий шаг. Два форум самое то. Я его назвал так. Я белорус. Итак, первый. Ну, форум, вообще сразу говорю, что он может переплюнуть все эти 10 блогов. То есть это я, ну, возможно, это у меня просто так получилось, но у меня форум именно переплюнул все мои 10 блогов. Вот так вот. Но здесь опять-таки и надо заводить 10 форумов. Форум – это та вещь, которая будет жрать много времени. Поэтому я уделял только час времени в день форуму, пиару в форуме. Поэтому, ну, согласитесь, 10 форумов – это тоже уже будет перебор. Потому что если блоги появляются пост, ты идешь себя пиаришь там на посте грамотно, аккуратно, то на форуме так не получится. И еще один, кстати, плюс от того, что вы подпишетесь на по своей теме, в том, что не только с ними потом общаться хорошо, но еще в том, что вы будете профессионально всегда себя подковывать чем-то новым. То есть это люди, которые интересуются одной с вами темой, естественно, вы можете спокойно найти общий язык с ними, и вы будете все время что-то узнавать от них новое. То есть это только будет плюс в вашу пользу. Итак, форум. Ищем суперфорум. Суперфорум стандарты. Посещаемость больше 5000 или база больше 15 тысяч. То есть база это не подписчиков, а именно тех, кто зарегистрирован на форуме. То есть здесь с учетом того, что очень много иногда регистрируется спам. Где-то было 7000 человек зарегистрировано. Мы вот с Мишей в том месяце сели. Миша там все конкретно почистил, роботов поудалял, и в итоге осталось там, по-моему, 400 человек. То есть, видите, 7400 осталось. То есть, все остальное это спам-боты. Поэтому, опять-таки, 5000 и 15000 это минимальные значения. Блоги, форумы ищите через поисковики Яндекс, Гугл вам помощь. То есть, по созданию сайтов, блог там, поверстки там, ну, это я по своей теме, как я когда-то искал, понимаете? То есть, форум посадки помидоров там или что-нибудь еще такое. В общем, это все легко найти в поисковиках. Яндекс, Google вам в помощь, как говорят. Итак, ясно. И опять-таки стандарты. Первый стандарт я назвал это суперфорума. Второй стандарт – возможность оставить ссылку в подписи. То есть, когда вы оставляете сообщение на форуме, Ольга, внизу пишется все. Внизу форума есть там... легенда там, или как это называется. Я просто в форумах немножко дубовый. И получается, что там внизу обычно есть сколько человек онлайн, сколько человек там зарегистрировано на форуме. Там последний зарегистрированный и так далее. Итак, ну это даже видно по сообщениям, вот по темам, если пройтись, там видно, сколько сообщений оставляют. Итак, и второй стандарт – это возможность оставить ссылку в подписи. То есть это железно важно. Почему? Потому что вы будете себя пиарить. И люди, когда вы будете оставлять ссылку, то есть оставляете сообщение на форуме, на большинстве форумов есть возможность оставить ссылку под этим сообщением. Представьте, вы на этом форуме оставите много сообщений, и потом резко у вас появится ссылка в подписи, которая будет вести на ваш сайт. То есть, опять-таки, любой человек, который будет заходить в форум, читать ваши сообщения, он будет видеть ваш скрытый, так сказать, партизанский маркетинг, пиар.
Но здесь опять-таки есть свои тактики определенные, и опять-таки мы будем работать не ради оставления сообщений. То есть опять-таки это метод слепого тыка нам не нужен. Итак, второй пункт – это участвуем в нем 60 минут в день. То есть не зависайте на форуме слишком долго. Почему? Потому что это будет заразно. И тем более, когда человек развивается по своей теме, по теме своего блога, ему это интересно. И сразу говорю, что форумы затягивают, потому что там живое общение все это. И поэтому ставьте себе вот ограничение по времени 60 в день. Вообще, когда, открою маленький секрет, когда вы ставите ограничение какое-то на любое дело, то есть сходить там по-большому в туалет, ограничение поставьте полминуты, я думаю, вы управитесь. Не, ну это шутки, но замечено уже давно, что когда вы ставите ограничение на какие-то дела, вы их делаете намного быстрее. По времени я имею в виду. Ясно, да? Итак. Стандарты в этом получаются такие. Вот когда форум, вы нашли суперфорум, когда там идет живое общение, там обычно онлайн очень много человек сидит. И вот от 20 человек онлайн то, что нам надо. То есть это, опять-таки, это все будет в легенде форума внизу, в статистике написано, отображается. Если нет, то уже тут придется как-то гадать. Как, я пока не знаю, честно говорю. Но сразу видно, когда вы заходите на форум, что он живой, что там общаются люди на нем, это сразу же заметно. То есть там всегда свежие темы, всегда какие-то новые разговоры. Там участники постоянно с кем-то где-то что-то общаются. Поэтому очень важно живое общение, потому что, естественно, если мы зарегистрируемся на мертвом форуме и там будем рвать задницу, чтобы потом нас заметили, то кто там нас заметит, правильно? Никто. Поэтому живое общение очень важно. То есть, особенно форумы, они обычно не, как это сказать, они не определяются одной темой. То есть у них обычно там несколько разделов, там вот как у меня по сайтостроению, там и раскрутка, и верстка, и там максайт, и там еще всякая прочая ерунда. То есть поэтому здесь тоже очень важно, чтобы вот в этих темах и шло живое общение. Чтобы вы ради кого-то хоть старались, понимаете? Дальше давайте я промотаю следующий слайд. Так. Тактика. Регистрируемся на форуме, то есть самый легкий шаг. И первую неделю мы помогаем участникам. Опять-таки, просто ходим по темам взад-вперед и смотрим, что где, с кем кто общается. То есть подмечаем это все и стараемся отвечать на сообщения. Там, вот, спасибо, мне очень понравилась там ваша тема. То есть вы должны проявлять там обычное живое общение, то есть стать настоящим форумчанином. То есть это в течение недели где-то вы так ходите, отвечаете, помогаете. То есть за час очень много, можно везде, весь форум излазить и везде поотвечать. Особенно если он по вашей теме, у вас там даже проблем не должно никаких возникнуть. Потом третий шаг. Размещаем посты. То есть здесь получается что? Мало просто, понимаете, мало, когда вы где-то ходите, размещаете какие-то сообщения. Это практически не дает результата никакого. Вы просто помогаете, и вас уже начинают замечать, начинают видеть вас профессионала. То есть это очень важно. И начинают уже, даже могут некоторые обращаться вам в личку за помощью. То есть это вообще круто будет уже. То есть это означает, что вы на правильном пути. Второй шаг, то есть получается третий шаг, это уже вторая неделя, вы начинаете размещать свои посты. То есть каждый день по новому посту на форуме. Что это значит? Вы заводите какие-то темы и в них размещаете статью, такую какую-нибудь больную статью или про решение какой-то проблемы, или статью про ваш взгляд на мир именно по вашей теме, понимаете, да? Поэтому здесь очень важно, то есть чтобы вы правильные статьи размещали, то есть не было там никаких ошибок, потому что форум это такое дикое сообщество, которое сразу будет рвать на части и минусовать всех подряд, если вы где-то что-то проколитесь. Опять-таки, важна тактика и дружелюбность. Понятно, да, не лезем на рожон, мы здесь новенькие. Конечно, есть другая тактика, но я по ней не работал. То есть там, где надо лезть на рожон и спорить с авторитетами форума. Сразу говорю, я по такой тактике не работал, у меня в этом опыта нету. Но вот это то, говорю, я говорю про то, что вот в чем у меня был успех. И получается, пост, да, это тема на форуме, но тема, какая тема, вы в ней размещаете статью в этой теме.
статью про решение какой-то проблемы, вот я еще раз говорю, про решение проблемы, либо про свой взгляд там на какую-то проблему, либо там, вот именно вы заводите тему, в которой статья. И потом в этой теме начинают общаться. Если вы правильную статью разместили, интересную, в этой теме начинается общение. Понимаете? Вот вам что надо. Вам нужно общение вызвать в своей теме. Вот именно вы в тему заводите и размещаете в ней пост. Статью. Если кто не понимает, статью. И статья должна быть интересная по теме форума, естественно. Ну и вот на что больше всего клюют люди, там, 5 способов сделать то-то, то-то, то-то и добиться успеха там. Такая-то проблема решения. То есть решение проблемы – это вообще очень больной такой вопрос, и особенно будут отписываться те, у кого эта проблема есть. И опять-таки вы сразу должны подмечать, у кого какие проблемы на форуме. Это знаете для чего? Поставьте плюсик, кто знает. Что никто не знает, ужас. Во-первых, это дополнительные темы для вашего сайта, которые вы будете рекламировать, то есть вы их можете рассматривать более подробно на своем сайте. Во-вторых, если вы там являетесь автором, то есть делаете свои инфопродукты, это вообще форум, это кладезь мысли, понимаете? Форум это там, где люди собираются и обсуждают свои проблемы. Вы делаете по этим проблемам свой инфопродукт, продаете его, и он хорошо очень стреляет. То есть ищите, то есть эти проблемы, вот минимально это просто написание. Вот смотрите еще вот один факт, это уже из ряда раскрутки. Очень часто люди пишут на форум, задают вопросы на форуме, те же самые, которые они вбивают в поисковую систему. То есть, ну вы знаете, все мы люди, мы стадные животные, так сказать. И то, что делает один, обычно то же самое делает другой, то есть или очень сильно похожее. И вот если один человек спрашивает, как там сделать страницу подписки на форуме, ему начинает помогать, то еще где-то человек 100 это же самое забьют в поисковую систему. И вот это ключевые запросы, живые ключевые запросы от ваших целевых посетителей. И вы можете создать статью на эту тему. Также ее точно так же назвать уже в большинстве случаев даже можно не проверять ее там в этих в аналитических сервисах по подбору ключевых слов, ну, популярны или они или нет. Потому что здесь вы уже можете спокойно рассчитывать на то, что многие люди задают похожий вопрос, понимаете? Особенно, когда касается это новичков, они обычно все вопросы обзывают не так, как ты хочешь, но всегда одинаково по-своему. Понимаете, да? То есть, когда вы растете профессионально, вы большинство проблем начинаете обзывать профессиональным жаргоном. Ну, не лезет сейчас в голову мне пример. А кто новичок, он как-то по-своему так скажет, что ты до конца даже никогда бы, кажется, не додумался, что новички, люди могут так обзывать эту проблему. То есть, сидишь и чешешь свою репу, думаешь, нифига себе. А это получается на самом деле так. Вот это серьезно вам говорю. Поэтому форумы это вот такой очень хороший кладезь. Итак, вторая неделя размещаете посты, третья, как я делал, создаете свою тему. Что такое, ну, опять-таки, не путайте третий и четвертый шаг, это немножко разное. Тема называется следующим способом. Так. Ну, как это делал я? Создавал тему, отвечу на любые вопросы по HTML, по-моему, или по верстке. И вот вы создаете тему, отвечаю бесплатно на вопросы по своей тематике. Тык-тык-тык-тык-тык. То есть, опять-таки, вы уже выступаете как профессионал, который вы уже можете за 3 недели подняться до профессионала на форуме-то спокойно, чтобы тебя заметили все. У тебя ссылочки нету в подписи еще, не ставим ее сразу, сразу говорю, не ставим ссылку моментально. Это плохо. Хуже воспринимают люди. Ведем свою тему, то есть, если видите, что у людей по какой-то проблеме, ну, какая-то определенная есть тематика проблем, вот так вот скажем, то есть, как бы проблемы все одной темы, но все разные, то есть, вот по верстке проблемы, это я опять-таки из своего опыта передаю. На форуме тупо открываете тему, отвечая бесплатно на ваши вопросы по вязанию там носков.
И все, там, если, ну, естественно, что это должно быть интересно, понимаете? То есть, если вы придете ко мне на форум, напишите, помогаю в вязании носков, ну, мы там в лучшем случае будем прикалываться в этой теме. В худшем я ее просто снесу, там, без всяких проблем и все такое. Ну, то есть, вы ищете проблему, вот, во второй неделе, первая, вторая неделя, ищете проблему, третья неделя находите самую такую больную пятку и открываете на эту самую пятку тему. И вот там вы сами удивитесь, как люди начнут к вам задавать вопросы в этой теме. И вот именно в эту, когда вы создаете свою тему, видите, что она пошла, стрельнула, вы ставите ссылку в подписи. То есть все, вас знают как профессионал, и вау, у него еще есть свой блог. Это круто. Ну, это, говорю серьезно, это очень хорошо стреляет. Затем дуем к администрации сайта, когда видите, что ваша тема разгорелась, и у вас можно даже открыть, если можно открыть вообще отдельный раздел по этой теме, просите свою ветку и просите назначить вас администратором. Все, это за 4 за месяц это можно спокойно вот стать не администратором, а модератором сайта. Теперь и потом сотрудничаете с администрацией. То есть, когда вам дадут свою ветку и сделают модератором, то есть, ну, я не знаю, это понимаете, к модераторам на форумах у людей уже такое благоговейное отношение. То есть, это обычно люди, которые компетентны в вопросах, это раз, разбираются в теме, потому что иначе администрация бы не назначила, два, ну, и там и три, четыре, пять, это можно уже, можете сами придумать. Мне просто сейчас в голову не лезет, мне это лень придумывать, так что не обижайтесь. Но модератор это круто, и своя ветка это круто. То есть, вы просите сделать модератором себя, в такой-то ветке. И обычно, если вы администрация вас заметила, они без вопросов это сделают. Так. Да, вот я как раз хотел про него рассказать. Видите, меня даже тут знают некоторые. Был такой сайт, может, и сейчас, если я не знаю, eArnMaster. Когда-то я пришел туда новичком, и если помнят все мою активную там историю на этом eArnMaster, то они увидят вот эту самую тактику. Вот они ее прям таки и увидят, вот все эти шаги, которые я делал. eArnMaster имел тогда посещаемость около 6 тысяч человек где-то в день. Вот когда я на него пришел, он потом слился, этот форум. Но в чем была суть? Что я начал так продвигаться, создал свою тему, но я, правда, свою тему не создавал, я воспользовался чужой темой, а она просто была заброшена, я ее возобновил. Там было где-то около 200 сообщений, потом я это все дело довел до 600, то есть там была длинная-длинная череда страниц в этой теме. И опять-таки, по этой ссылке, по моей, переходило очень большое количество человек. Вот когда я поставил ссылку и начал помогать людям, писал статьи, много человек переходило, но здесь у меня вот здесь был затуп, вот самый большой мой затуп в жизни. Форум был по заработку в интернете, я ставил ссылку на GoodComp. Классно, да? То есть на сайт там, где обучается компьютеру. Ну, это был мой маленький затуп такой, скажем, но туда тоже приходили люди. Затем я начал сотрудничать, вот когда сделали меня модератором, мне администратор предложил разместить ссылку на мой сайт у себя в сайт-баре в форуме. То есть его, когда на главную страницу раньше на форум заходишь, там висел список там курсов для скачивания, был сайт-бар с правой стороны, и там самая первая ссылка обучения компьютеру висела на меня. И затем вот я так вот помогал всем людям, там у меня потом произошла маленькая стычка с одним супермодератором, и в итоге меня сделали администратором сайта. Но потом этот форум перекупили, и я потом отказался вести, ну, администрировать, тем более, что я уже открыл свой форум, у меня начало много времени требовать мои блоги, мои сайты, клиенты, и поэтому я просто оттуда ушел с почетом, можно так сказать. Но вот вам яркая история. То есть история того, как я добился результатов в этом. То есть вот этого, вот видите, вот кажется, вау, Серега там так круто стал администратором. Наверное, многие не понимали, почему. Но вот смотрите, когда вы смотрите на шаг 2 тактика, на эту схему, она ведь простая, как дважды два. Вот согласитесь, вы поставьте плюсик, кто со мной согласен, что она простая, в принципе. Да, то есть просто, понимаете, когда тяжело? Тяжело тогда, когда вы идете и делаете все наобум.
Но когда вы сядете и перед собой составите план, что вы будете делать? Все сложные дела разбиваются на кучу мелких легких. Сразу, вот суть плана в чем? Вы разбиваете сложное дело на кучу мелких и легких заданий. Все, и вы это делаете как самолет. Прум, и все. Никаких потом проблем не будет. Итак, с этим ясно всем, да? Елена, ну если вы будете уделять в час в день на форум, свой сайт, я думаю, будет время вести без проблем. Я ж не говорю, что вы должны целый день там сидеть. Часа хватает. Часа вполне, вот выше крыши хватает. Не поверите, но хватает. Еще раз говорю, ставьте ограничения на свои дела. То есть многие вот тратят очень много времени там на почту, на там переговоры какие-то ВКонтакте там и так далее, и так далее. У меня на почту уходит, я почту проверяю один раз в сутки. И очень скоро я ее начну проверять один раз в неделю. Сначала буду проверять два раза в неделю, потом один раз в неделю. Многие думают, что там будут супер важные дела, которые не пропустят, супер важное что-то. Но такого не бывает, понимаете? Никогда не бывает супер важных дел. То есть они очень-очень-очень редко. Просто человек такое существо, которое любит преувеличивать. И вы... Так, я потом это все замечу. То есть это тоже можно, эти шаги тоже можно применять спокойно к интернет-магазинам, но надо будет сделать маленькую фокусировочку. Так, я проверяю почту каждый день, и из-за этого я попал на этот вебинар. На самом деле не из-за этого, но факт в том, что вы просто хотите обучаться, вот поэтому вы попали. Так, давайте дальше. Нет, Васильев Сергей, вы не правы. Не правы. Так, дальше давайте мы перейдем к следующему слайду. И следующий шаг 3 называется социальное благо. Когда им не пользовался, я очень сильно потом об этом жалел. Почему? Ну, у меня первый сайт был Good.com, потом Master.css, и я очень долго не пользовался возможностями социальных сетей, вообще считал, что это зло дикое. Но если ими правильно пользоваться, то дикое зло превращается в дикое добро, которое может принести очень много интересных фишек. Итак, первый шаг – регистрируемся в социальных сетях обязательно. Лучшие для СНГ я расставил в порядке приоритета. Первое – ВКонтакте. Самая популярная у нас и самая большая отдача идет именно от ВКонтакте. Вторая – это не Facebook, не Twitter, не Google, это именно Одноклассники и Mail. То есть это вот если я смотрел статистику, я сейчас цифры точно не скажу, но они намного популярнее, чем Facebook у нас, понимаете, да? То есть поэтому там тоже это все у вас должны быть аккаунты. Третье это Facebook, потом Twitter. Ну, Twitter он такой, знаете, если честно, я в нем не особо там разбирался в этом Твиттере, но его большинство, вот если смотреть в качестве SEO, его большинство используют для ускорения этого, как его, индексации сайта поисковиками. Особенно если аккаунт на Твиттере прокачан. И потом 5 Google+. Ну, вообще, Google+, это сейчас от нее толку вообще, можно сказать, ну, вообще, там, 1% от всех она дает какого-то толку, но почему я лично ей пользуюсь, то есть все равно там размещаю что-то, добавляюсь там в друзья, потому что мне кажется, что Google компания серьезная, и, возможно, у нее будет в будущем какая-то, ну, она завоюет больше рынка. То есть поэтому это, можно сказать, мой удел на будущее. То, что я сейчас эту социальную сеть учитываю. Итак, ну вот видите, у меня через Twitter много трафика. У меня тоже, в принципе, трафика через Twitter. У меня вот самое больше идет, вот как я написал, видите, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Google. То есть это вот Google Plus именно идет. А Яндекс.Блог... Я в метрике его не видел, не знаю. Так, я просто смотрю в метрику, захожу и смотрю, сколько, откуда людей заходит в месяц, понимаете? То есть, и вот, пожалуйста, вам. Причем, обратите внимание, в Одноклассниках, имейлах у меня кнопки, ни одной раньше вообще на блоге не было. Не было ни одной кнопки, оттуда заходили люди. Именно с Одноклассников. То есть, мейл это, в принципе, наверное, одно и то же. Получается, сейчас я кнопки эти поставил, и люди на него нажимают, на эти кнопки, ну пускай нажимают, правильно?
Затем второе, это интегрируем с сайтом. У тех, у кого на Mac сайте, сайт есть специальный плагин для кнопок. Вот тут у нас есть человек Dignity Insight. Это, по-моему, модератор на Mac сайте, и он содержит Александр Шиллинг, это, по-моему, и у него есть свой каталог плагинов. И вот там есть этот плагин «Социальные сети». А вот там разработал, я не помню, кто разработчик его, но факт в том, вот если вы пройдете сейчас на мой сайт и откроете любой пост, там будет 6 кнопок. ВКонтакте, Одноклассники, Mail, Facebook, Twitter, Google+. Вот вам даже ссылочку уже видели, дали. Шари 42, вот это я не использую, потому что там какие-то хитрые у них идут ретвиты. Ну, они все идут через их сервис, понимаете, получается. То есть, поэтому не использую. Так, на WordPress тоже есть плагины, где есть эти кнопки. Есть, и под Joomla есть, я точно знаю, и под WordPress есть, надо просто поискать. Я просто WordPress не пользуюсь, Сергей, поэтому я сразу, тем, кто на Максайте, я сразу дал наводку на этот плагин. Потом, если, когда его устанавливаешь, там он немножко кривовато смотрится. Если кто-то захочет, после, когда установит на свой сайт, там завтра, послезавтра отправьте мне письмо с просьбой скинуть настройки плагина, я вам скину, чтобы он смотрелся у вас, как у меня. Ясно, да? Дальше, короче, отвлеклись от темы, интегрируем вот это все дело с сайтом своим. Понятно, да? Все эти кнопочки встраиваем, все это дело, и создаем группу, или, вот я вот сейчас вот уткнулся вот в эту проблему, я создал группу, но в принципе мне так казалось, что можно раскручивать свой аккаунт. Аккаунт это, ну, когда вы регистрируетесь, сразу говорю, я имею в виду группу ВКонтакте. Либо свой аккаунт ВКонтакте раскручиваем, либо создаем свою группу и ее тоже раскручиваем. То есть что-то одно, не надо там 500 групп или 500 аккаунтов и все их раскручивать. Какой-то один аккаунт. Я сразу говорю, что я социальными сетями я занимаюсь, практически не занимаюсь. То есть это то, что я, они мне просто приносят трафик, поэтому я сюда и включил. Они приносят хороший трафик на сайт. Но когда вы этим, ну, вас жмут на кнопки в этих социальных сетях, ясно, да? Поэтому я именно поэтому включу шаг 3, чтобы вы не пропускали мимо. То есть я в них не разбираюсь, а они приносят все равно мне трафик. Потому что люди лайкают, люди там комментируют там где-то ВКонтакте и так далее. И это все аукается моему сайту, понимаете? То есть все, что я показываю, я не просто так показываю. Я показываю потому, что это приносит мне трафик. Так, дальше идем. Так. Следующий шаг. Три, тактика. Короче, настраиваем кросспостинг. Я не знаю, есть ли под Максайт кросспостинг, сразу говорю. У меня кросспостинг простой, как 2×2. Я размещаю статью и жму на все 6 кнопок, которые находятся под ней. То есть вот этого самого плагина в каталоге у Александра Шиллинга. То есть кросспостинг есть, но он глючный, видите, да? Я все делаю вручную. То есть я разместил статью и на каждую кнопочку монотонно нажал. Причем моих помощников я тоже прошу монотонно на каждую кнопочку в каждой новой статье тоже нажимать. То есть, ну, это такой кросспостинг, полуавтоматический, можно сказать. Но, опять-таки, это недолго, это полминуты времени. Просто жмете там на эти кнопки, плюс один, нравится там, и жмете там разместить заметочку там, или две строчки от себя втыкаете, и это все появляется на вашей стенке. Вот почему я думаю, что лучше, наверное, было бы именно раскручивать не группу, а свой аккаунт. То есть она в группе на стенке не появляется, а в моем аккаунте появляется. А в группу мне надо идти и там все это дело настраивать. То есть тоже не катит. Ну, вручную размещать. Так, кнопки, я уже про них говорил, где только можно и где только нельзя. То есть кнопки это как, ну, они должны висеть везде, понимаете, чтобы люди везде могли на них тыкнуть и тем самым разместить ссылочку своей социальной сети на вас. То есть это выгодно в первую очередь вам. Дальше. Приемы увеличения нажатий. Если я сейчас найду по-быстрому эту статью, я скину ссылку. Я записывал специально видеоурок, вел специальную статистику. Так, сейчас я зайду в SEO, по-моему, SEO Usability. И в этой статье я рассказываю, как я поднял
вот нашел, количество нажатий в 200 раз. То есть там не только про то, как я поднял количество нажатий 200 раз. Так, там еще про то, про остальные приемы, которые у меня стреляли. То есть я там подробно все в видео, я там все разъяснил, как, что, где, что. И вот тут даже есть, используем специнструмент, 7-й вот пункт. Про этот специнструмент я рассказал в самом конце, там. То есть это то, что реально работает, люди, и то, что у меня реально стреляло. Но там даже без специнструмента вы уже можете, благодаря нехитрым уловочкам маленьким, хоть чуть-чуть, хоть на 1-2%, но повысить нажимаемость на ваши сайты. Я там рассмотрел, и как нажимают люди, когда вам предлагаете подарок, как нажимают люди, когда вы о чем-то просите, как нажимают люди, когда у кого-то какая-то проблема где-то. То есть это все в этом видео, я... Не то, что рекомендую, это обязательно к просмотру, если вы хотите чего-то там понять, как это все дело работает. То есть там именно все вот это вот, все мои, все, что я пробовал, я это показал, как это у меня стрельнуло, и все это показал на личной практике. Все это показал вживую, так сказать. Дальше, размещаем виджет на сайте. Виджет на сайте, то есть это в сайт-баре, размещаете виджет с вашим аккаунтом, не знаю, или можно, или с вашей группой. У меня он висит, понятно. То есть, чтобы люди, кто-никто, мог туда подписаться. То есть, собираете потихонечку аудиторию. Возможно, там будет подписываться один человек в день. Но это один, черт, ваша аудитория, понимаете? И потом, даже если вы не будете вкладывать ни копейки в рекламу, через 10 лет у вас там будет 4000 подписчиков. Но это самый... наверное, звук опять пропадал. Это самый плохой вариант. То есть, понимаете? Но здесь еще дам одну маленькую наводочку. Раскручиваем свою группу ВКонтакте или АК. Как это раскручивается? То есть обратите внимание, у меня сейчас там, в моей группе, там 1392 человека. Но если честно, там заинтересованных, кто по-настоящему подписался, где-то 390, где-то вот человек 400, наверное, там есть. Но в чем вообще здесь соль? Почему? Есть специальные сервисы, которые накручивают вашу группу ВКонтакте. То есть вы там платите 20 или 30 копеек платишь за одного человека, который на вас подпишется. Ну, человек там вообще не заинтересован ни в чем, он просто на вас подписывается. И, ну, там не типа сарафанка, они просто тупо становятся подписчиками и все. То есть потом уходят, некоторые заинтересовываются потом, но для чего это я делаю? Это опять-таки социальный фактор, то есть толпа. Толпа играет очень важную роль. И когда человек заходит на ваш сайт и видит, что у вас в группе 13 человек ВКонтакте, то кто захочет туда подписываться? Никто, но эта группа вообще не популярна. Но когда они заходят и видят, что у вас там 3-5 тысяч, уже начинают подписываться лучше. Это не мои исследования, сразу говорю. Не мои исследования, а именно я где-то вот это у какого-то блогера читал, не помню у какого. Но факт в том, что там именно из психологии прием, это толпа. То есть массовость. Играет на массовость. Чем больше у вас там будет циферка, тем лучше будет подписываться. То есть это все тестировали, это все доказано. Или это даже в книге читал, не помню. Но вообще в книге это психология влияния, этот момент тоже описывается. Что чем больше людей делают так, тем больше людей за этими людьми следует. То есть вот этот прием здесь у вас и будет отражен. Поэтому в принципе вот эти 1300, 1000 человек я набрал всего лишь за 300 рублей, понимаете, да? 300 рублей я там заплатил человеку, и он меня там, буквально там за пару дней, за 3 дня мне 1000 человек шло. Через месяцок, может, опять закажу это дело. То есть, чтобы так догоню там до 10, уже чтобы было, и там уже там можно дело будет забить. Вообще, психология влияния почитать очень важно тем, кто продает, тем, кто хочет как-то общаться с людьми. Это важно. Влияние — это практически первое, что надо читать, это автор Роберт Чалдини. То есть там он рассказывает базовые принципы влияния на человека. И рассказывает это очень и очень такие, доходчиво и понятно. То есть, если кто не читал, советую почитать. Так. Следующее. Аналогичные сервисы есть и по твитам.
То есть, либо раскручивайте свой аккаунт в Твиттере, либо покупайте раскрученный аккаунт там, где 800 на френдов там, или что там, я не знаю, как это называется. Но для чего это делается? Вот Твиттер в основном для чего? Во-первых, он тоже, с него, ну, люди приходят. Во-вторых, офигительно влияет на индексацию сайта. То есть, если у вас плохая индексация, купите хороший твит и все, Яша будет кушать только так, то есть со всеми потрохами ваш сайт съест. Ну, статью, которую вы протвитите. Тоже копейки. Копейки там цена, я не помню. 700 рублей такой действительно уже аккаунт. Там по 200, по 300 есть рублей. Разные, ну, смотря какой аккаунт, понимаете. Так, используем специнструменты, про это я рассказал. И комменты от соцсетей. Тоже отличный шаг, который я начал применять недавно на своем, ну, этом тренинге бесплатном по Максайту. Вы, большинство из вас его знает. В общем, я туда просто вставил комментарии от соцсетей под каждым списком видеоуроков. То есть у меня как идет одна страничка видеоурока, вторая страничка, еще один шаг, там еще три видеоурока. И вот так вот у меня 7 или 8 там страничек, я точно не помню. И на каждой страничке можно комментировать. На каждой страничке... так, на каждой страничке комменты есть. И когда люди комментируют вас через социальную сеть ВКонтакте, опять-таки у них на стене появляются ваши записи. И опять-таки это лев платный на вашем сайте. Во-вторых, совершенно бесплатный трафик через социальную сеть. Понимаете, да? И опять-таки, вот если кто-то здесь... Вообще есть здесь те, кто собирает подписку, свою рассылку? Есть такие? Поставьте плюсик, если есть. Так. Что, нет вообще никого? Ужас, люди. Рассылка – это... Без рассылки любой бизнес уже. Бизнес. Обязательно задумайтесь над рассылкой. Потому что без нее не RSS-лента там, не группа ВКонтакте, а именно рассылка, где вы можете писать письма своим подписчикам. Вот, допустим, ладно, об этом тоже потом расскажу. Это мне надо готовить новый вебинар, чтобы рассказать, какие методы я использовал. Тут я так сходу это не расскажу. У меня методов набора моей подписной базы, наверное, штук 20, чтобы вам не соврать. То есть это то, что я пробовал, что работало, что не работало. То есть, опять-таки, это тут надо сидеть неделю, рисовать этот, как его, блин, забыл, презентацию его, и потом, опять-таки, начинать рассказывать это все дело. Ясно, да? На чем я сбил? Так, потом дам. Так, я что-то спрашивал про рассылку, комменты. И вот, хотел еще что сказать, опять-таки, если есть ссылка, я сейчас вам ее дам. Так. Про инструмент этот самый. Сейчас бонусы для тех, кто прошел тренинг. Инструмент, который увеличивает нажатие 200 раз, вот можете посмотреть его в действии. То есть в действии вот прям единицы бонусы. Так, стоять, я что-то не то сделал. У меня тут инструмент. Сейчас, минуточку. Не то. Не ту страницу дал, люди. Алло. Простите. Так. Вот это вот. Ну, там это уже бонус. Ну, большинство из вас топ-судов их видело. То есть мне тут, не понимаете, мне не жалко этих бонусов, но они сделаны для того, чтобы работала вот эта страница, которую я только что дал. Обратите внимание, чтобы их получить, нужно нажать на какую-то кнопочку. Про этот инструмент я рассказал раз на кнопку. Нажатий 1093 ВКонтакте, 588 в Фейсбуке, Google Plus 256, Твитнут 416. Их бы столько не было, если бы не эти бонусы, сразу говорю. Поэтому вот этот самый инструмент, он вообще шикарно работает. И дает хорошую посещаемость вот этого самого моего блога. Подписной страницы моей, понимаете, да? Поэтому я рекомендую просто его использовать, потому что я это делаю сам, реально. Итак, ясно. Переходим к шагу номер 4. Так, YouTube, йоу.
Так я его. Действительно, вообще шикарный. Ко мне, когда, помните, я... Так. Минимум 5 раз. Ну, у меня так не получалось, Ленард, сразу говорю. Ты, наверное, какой-то маг видео там. Но у меня просто был такой вот вопрос прислали, когда я... Я просил прислать мне вопросы по поводу раскрутки. Мне прислали вопрос по поводу, как использовать плеер у под. Видео я не хочу использовать. Вы сами знаете, пока... Ну, мне... Но опять-таки, почему YouTube я использую? Он у меня сейчас дает посещение где-то... Я не точно не помню. 70-100 человек в сутки, где-то так. То есть мой канал с Ютуба — это то, что он гонит, понимаете? Вот. Опять, ну это естественно, это не сразу все идет. Есть. Не размещайте ее на своем хостинге. Вообще никогда это видео. Качайте на Ютуб, плеер с Ютуба на свой сайт. Клево. Будет супер. Размещайте только через Ютуб, потому что он дает... Интернет барахлит, я не знаю. Ну, это у меня в Беларуси самый дорогой тариф. То есть я за него плачу там 100-160 тысяч. Это где-то по 20 баксов я его за него плачу. Понимаете? И вот такое вот, такая ерунда. Даже ничего, есть только в столицу вести компьютер, чтобы там провести вебинар, естественно, не очень рентабельно. И как-то лень, если честно, да. Поэтому опять звук прервался, скорее всего. У меня тут мигает красный значок. В общем, на сайте только через YouTube. Нигде больше вообще не размещайте. Отбросьте привычку размещать где-то еще. Потому что, во-первых, когда вы размещаете видео на своем сайте, это очень сильно грузит вас. Но мы-то будем раскручивать наш сайт, правильно? Поэтому, когда вы размещаете вот это все на своем сайте, и у вас приходит 100 человек и смотрит это видео, ваш хостинг... 50% вероятностью ляжет, смотря какое видео и смотря какой хостинг. То есть, если чем больше круче видео и длиннее, чем оно больше, и чем больше народу, тем ляжет. Помнишь, первый минус. Второе, оно вас никак не раскручивает вообще, это видео. То есть, ну, в плане пиара самого себя у своих же посетителей. А вот в плане того, чтобы привлекать новых, свою рассылку, свою этот, на свой сайт, оно никак не работает. А YouTube, вот многие, почему многим не нравится YouTube? И видео чуть-чуть. Но опять-таки, рекламка. Понимаете, народ, вот золотое правило в жизни, покуда ты чего-то кому-то не дашь, у тебя этого не будет. То есть, когда ты чем-то делишься, что-то даешь, тем больше ты получаешь. И вот это работает с тем же самым YouTube. Когда вы там видите, открываете и сайт YouTube, и одновременно пиарите его еще на своем сайте. И тоже у вас будет идти отдача от этого сайта. Даже если вы криворукий в плане раскрутки на YouTube, как я, все равно будет идти отдача, понимаете? Вот, видите, мне тут уже предлагают что-то хорошо. Сейчас сложно. Такой урок. Сейчас я только подождите, Татьяна, минуточку. Я напишу так урок по размещению видео с YouTube. Так. В конце всем скажу, как получить запись. Так, так, так. Вот так вот. В Ютубе можно, вот как я сделал, я разместил там свой канал на Ютубе. И получается, назвал канал, как называется мой сайт. То есть www.mastercss.com. И в итоге у меня... это, конечно, бред всего и кобылы, но на 10 человек в месяц больше зашло. Ну, вот,
чуть-чуть, но все равно, видите, все-таки некоторые не видят. Ну, в чем еще вообще отвлекся от темы? Так, звук. Так. Сейчас слышно, нет? Так. Куда? Слышно поставить звук. Ну, нормально. Ну, у меня, опять-таки, все соединение будет. В конце скажу, как получить запись. Не переживайте и не обижайтесь, плиз. Итак, ладно. Поехали дальше. Не будем спешить. В общем, сначала, когда вы добавляетесь на YouTube, вы, получается, у вас будет блокировочка стоять. То есть нельзя будет размещать видео длиной больше 15 минут. Поэтому заранее там подготовьте пару видосов, там, по-моему, штук 10, я точно не помню. Размещайте на своем канале, и с вас эта блокировка снимается. Затем ставим ссылки, то есть каждому видео внизу есть комментарий, то есть можно поставить ссылки, как в самих видео, то есть сейчас такая возможность появилась, можно поставить ссылки именно в самом видео, то есть там всплывет какая-нибудь ссылочка, вот мой сайт, зайди, либо в самом видео, либо под видео, там где вы оставляете описание к видеозаписи, там обязательно, вот вы если зайдете на мой канал на YouTube и посмотрите его, там в каждому видео будет стоять ссылочка на мой сайт. Каждому. То есть нету такого видео у меня на канале, где не было бы ссылки. Понятно, да? Плюс, что еще я дополнительно делаю, я пиарю свой логотип видео. То есть у меня в каждом видео, практически в каждом, есть мой логотипчик моего сайта. Плюс на некоторых даже есть прописан адрес моего сайта, то есть www.mastercss.com. Это тоже очень важно. Почему? Потому что люди иногда где-то могут не заметить ссылку, но зато они заметят ее там. То есть, чем больше вы про себя расскажете в видео и в около видео, тем больше шансов, что человек будет переходить на ваш сайт. Понятно. Еще один плюс YouTube в том, что он тоже позволяет собирать свою подписную базу. То есть у меня там уже в порядке там около 400 или 300 подписчиков, я точно не помню, на моем канале. Причем, опять-таки, я вообще никак не пиарился нигде не покупал рекламу на канал. Это все люди, которые тупо пришли ко мне, посмотрели видео, подписались. Ну, ясно тоже, что не все подписываются, далеко не все, но я, во-первых, никаких методов раскрутки не применял, это все на халяву. И, если честно, с YouTube у меня заходит людей на сайт больше всего. То есть больше, чем с социальных сетей. Не вместе взятых, но если бы я составил списочек вот социальных сетей, который был раньше, YouTube был там на первом месте. И видео, еще вот я один раз пробовал видео, просто попросил, ну, знаете, вот там есть функция палец вверх, то есть нажимаете, что вам видео нравится. Для чего это все делается? Для того, чтобы ваше видео ранжировалось лучше на YouTube. То есть, чем больше у вас будет лайков этого видео, тем больше шанс, что оно попадет в какую-то там общую новостную ленту. И тем больше у вас шансов, что вы наберете больше там подписчиков, посетителей на свой сайт. То есть, чем больше просмотров, тем выгоднее вам, сами понимаете. Еще, вот сам недавно об этом узнал, можно размещать рекламу на видео. То есть, получать бабосы за просмотры можно ваших видеороликов. Но там, по-моему, ограничение стоит, там, когда вот 100 тысяч в месяц, тогда только уже можно сотрудничать. То есть, иначе не сотрудничать. Ну, точно не помню сколько, честно говорю, но это точно есть. И вот в самом видео однажды я просто сказал, поднимите палец вверх в конце, кому это видео понравилось, и у меня там было намного больше лайков, чем в других видео. То есть, ну, тоже вот, если вы записываете видеоролики, вы можете в конце это сказать. Особенно, если у вас крутой видеоролик получился, палец вверх, блин, кому это видео понравилось, и все. Так, и вот сразу хочу в тему рассказать историю с моим курсом на YouTube. Видеокурс, вот самый первый по Master CSS, его сейчас уже той подписки нету, но я, когда только начал знакомиться с рассылкой, сразу же ее завел и записал видеокурс по HTML. Ну и давал его скачивать со своего хостинга. Потом я познакомился с YouTube, более так приближенно, когда начал записывать много уроков. И следующий обновленный видеокурс, даже не обновленный, а по Максайту, вот самый первый, который был, я все уроки разместил на YouTube. Купил сайт
сайт 5min, этот мой молодой самый сайт, купил сайт 5min и разместил на нем вот все уроки этого курса, я залил на YouTube и в каждом уроке поставил обратную ссылку на сайт 5min, на мою подписную страницу, которая сейчас существует. И там получается, что с первого дня на мой сайт начало заходить по 14 человек в сутки. То есть я там было порядка 12 видео, и я просто посмотрел, залез в метрику, и 8-9 человек заходило с Ютуба. То есть это вообще, ну, может, это была какая-то халява, но это получается, видите, что эта вещь работает. То есть. И сейчас YouTube у меня приносит самое, ну, вот, больше, чем социальные сети трафика. Но опять-таки, чтобы это все работало, этим надо заниматься. То есть не надо думать, что вы там разместите одно видео, а потом что-то ничего не работает. Ну, естественно, что они будут работать, если вы не будете над этим работать. Понятно, да? Так, не знаю. Если вы будете меня так отвлекать, то долго. Сейчас, можно я попью немножко сока? Сейчас, минуточку. Так, промочил горло. Стало чуть-чуть лучше. Идем дальше. Шаг пятый. Рассылка. Это, как так сказать, поворотный момент вообще у многих людей, в том числе и у меня. Если первые четыре способа позволяют наращивать вашу аудиторию, то рассылка позволяет ее закреплять. Вообще, как вы думаете, какой трафик является самым лучшим для сайта? Вот отпишите сейчас в комментариях, кто что думает по этому поводу. Рассылка это не трафик. Я спрашиваю именно, какой трафик? Целевой, директ, все, какашки, не то. Теплый, поближе. Так, все, кончились. Целевой из поисковиков. Я тоже так думал когда-то, в соцсетей тоже не то. Не в ту тему гнете, люди. Самый лучший трафик – это постоянная целевая аудитория. Рассылка, она позволяет закреплять вашу аудиторию. Вот почему она так важна. Понимаете? Она позволяет закрепить аудиторию. И человек, когда будет заходить к вам на сайт каждый раз, то есть вы ведете рассылку, вы разместили статью на сайте, и хлоп, письмо отправили по рассылке. И эти люди будут постоянно заходить на ваш сайт. То есть рассылка делает из случайного посетителя постоянного. И вот постоянные посетители – это вообще самая классная аудитория – это именно постоянные. А именно рассылка, она позволяет из абы какого посетителя, то есть случайного, сделать очень быстро постоянного. То есть поэтому рассылка, она важна в любом бизнесе. Даже вот бизнеса коснемся, интернет-магазины, офлайн-бизнес, все, вот это все, любой, там, продаете что-то на блоге, продаете услуги, все это влияет, вот рассылка, она вот как бы увеличивает продажи, там, вот, некоторые утверждают 20 раз, некоторые говорят 200 раз, но то, что она увеличивает во много раз, во всем, говорю, во всем, вообще, если брать западный бизнес, там есть рассылки офлайн, то есть это у нас сейчас как-то все по-деревенски, а там уже давно начали вести рассылки офлайн, то есть у кого-то вообще настоящий магазин, там одежды там какой-то или еще чего-нибудь, берется база там покупателей, то есть собирается база постоянно, собираются там как со справочников адреса всякие, и им отсылаются на настоящие реальные письма. То есть такие рассылки стоят очень дорого, естественно. То есть отошлите несколько тысяч писем реальным адресатам, то есть через почту, это действительно дорого. Но их все равно применяют. У нас в Беларуси вообще такого еще нету, это все в зачаточном состоянии. А на Западе это уже во всю силу работает, понимаете? И получается, что если это используют, даже такие дорогие рассылки, то есть офлайн, которые тебе надо отсылать реальное письмо, и они намного, очень намного повышают конверсию продаж, то есть в магазине там или где-то еще. Ну, представьте, у вас день рождения, вам пришло письмо от магазина, вот придите к нам, поздравляем вас с днем рождения, для вас сегодня скидка 20%, что вы не придете, естественно, придете. А у нас такого не бывает, знаете, чтобы нам кто-то прислал. Ну, у меня в Беларуси, наверное, еще повезло, их не используют.
Понимаете, да? То есть, вот даже если у вас сейчас у кого-то здесь есть там какой-то свой офлайн бизнес, вы уже можете подумать про офлайн рассылки. Поищите материал на эту тему. Ну, в основном это будут западные источники, и люди там действительно зарабатывают много денег на таких рассылках. На том, что они продвигают товар. То есть, когда человек получает письмо лично в руки, там, ну, через почтальона, где написано его имя, фамилия и предложение что-то там тыр-пыр сделать, но это опять-таки надо все это умно делать, не абы как, продажи намного повышаются. То же самое могу сказать про себя. То есть, у меня, вот даже вот сейчас этого вебинара бы не было, если бы не было моей рассылки. То есть, я бы сейчас насобирал там 170 человек на вебинар, если бы я тупо разместил бы даже на всех своих сайтах и форумах сообщение, что вот в пятницу будет вебинар, заходите. Отсюда бы тут, наверное, сидело человек 10. Все. Сервис. Так, JustClick я использую сервис. Так. Итак, что делает рассылка? Давайте мы это еще более подробно разберем. Во-первых, сразу говорю, что, как я уже сказал, она подходит для любого сайта, абсолютно для любого. Магазины, шмагазины там, хоть вы там вино продаете подпольно, все равно подойдет. Главное знать, кому продавать, правильно? Рассылка, она подходит для любого сайта. Она увеличивает доход в десятки раз, это точно говорю. У меня бы не было никаких продаж, если бы не моя рассылка. У меня бы не было постоянной аудитории. У меня не было бы даже столько комментов, если бы не моя рассылка. Ну, я тут даже ниже про это написал. И получается, что рассылка увеличивает доход, увеличивает отзывчивость аудитории. То есть, опять-таки, когда я людей прошу что-то сделать, вот я участвовал в конкурсе у Жуковского, я там занял второе место. А все почему? Я отправил в рассылку письмо. Привет, я вас поздравил с 8 марта там, по-моему. Я участвую в конкурсе Жуковского, и чем больше комментариев будет у меня к поздравлению, тем будет лучше. У меня там 100 с копейками комментариев люди оставили. Опять-таки, не было бы у меня рассылки, не было бы этих комментариев, понимаете? Не было бы отзывчивости аудитории, потому что они меня знают, они со мной всегда общаются, кто-то там на меня ругается, кто-то мне говорит спасибо, кто-то со мной спорит, но это все идет общение. И от этого общения меня вот вы, например, хорошо знаете, поэтому. Ну, увеличивать число комментов, это тоже понятно. Вы растете в глазах аудитории как профессионал. Даже не так сказать, неправильно вот сейчас написал, вот только стрельнула мысль в голову. Вокруг вас, как вокруг профессионала, постоянно растет какая-то аудитория. То есть вы обрастаете этой аудиторией, вы ей помогаете, она вам благодарна за это. То есть вы просто разговариваете с множеством людей, и вот это все может позволить только рассылка. Ну и, конечно же, доверие к вам тоже растет, потому что вы всегда пишете, даете что-то полезное. И, естественно, сразу говорю, если вы ведете рассылку и там будете тупо давать только всякий бесполезняк или писать, какой я красивый, какой я классный, это вам ничего не даст. То есть вы должны, если вы завели рассылку, вы должны с ней работать. Работать с большой буквы, потому что у меня есть знакомый, не буду говорить кто, у него база 11 тысяч, то есть человек в рассылке, то есть была когда-то, сейчас не знаю, и он ее как бы постоянно набирал там в директ, через любые способы, короче, набрал 11 тысяч, но он в нее ни разу не писал, понимаете, то есть он набирает там про ее на будущее там или на что, но никогда никуда туда не писал. То есть, когда что-то кто-то продает, пиарит кого-то, тогда пишет. И как итог, у него очень маленький отклик. То есть, там с 11 тысяч, вот он меня рекламировал там у себя, там перешло там 100 человек, 12, 10 человек иногда приходило. Но это мало, понимаете сами, что для 11 тысяч это мало. И вот поэтому, если вы завели рассылку, вы должны с ней работать. И теперь давайте маленькую тактику я вам дам. Итак, тактика. Первое, ну, естественно, заводим рассылку. Второе, это создаем страницу подписки. Понятно, да? То есть эта страница, можете посмотреть пример такой страницы. Допустим, вот здесь. То есть страницы разные бывают. Так, где-то. Вот. Ну вот, видите, обычно такая страница, те, кто занимается версткой, сделают ее без проблем. То есть тут ничего архисложного нету. Делайте вот такую страницу подписки. И просто-напросто, что вы дальше делаете? Туда, вот
делайте вкусное предложение. То есть люди никогда не подпишутся к вам просто так. Мы все такие ленивые, мы все такие наглые, нам всегда все время что-то впадлу делать. Ну, естественно, что если я тупо напишу в сайте: «Эй, чувак, я крутой, подпишись на меня, будет весело», там, ну, меня тупо пошлют нафиг и все. Когда вы делаете, предлагаете что-то, не обязательно, вот как я тут видеокурс выложил, тролливали, это еще, ну, точно так же хорошо стреляет книга. То есть можете написать короткую книженцию какую-то, можете там еще что-то, ну, короче, что-то вкусное. Можете вы выложить за подписку часть какого-то вкусного своего, там, может, вебинара, может, видеозапись какую-то вы делали, либо у вас там есть какая-нибудь полезность для вашей, по вашей теме, то есть, допустим, урок, как там вышивать крестиком. И вы предлагаете не так, как на сайте. На сайте это пассивный сбор подписчиков в RSS. То есть людям, которым нравится сайт, те подписались, и хорошо. И этот сбор пассивный растет очень плохо. Но когда вы предлагаете человеку: «Оставь свое имя и мыло и забирай бесплатно этот курс там, или эту книгу», это работает в 100 раз лучше. В 200, в 300, даже может и в 1000. Понятно, да? Потому что если у меня сейчас база идет там 12, уже до 13 тысяч человек дорастает, то моя RSS-подписка на сайте MasterCSS, там только 65 человек сидит. Это вот за все это время, вот это самый фидбарнер. Понимаете? То есть это совершенно не то. Вы не можете общаться через RSS, либо через Subscribe, то есть такие сервисы есть, mail-list. Вы не можете общаться с ними напрямую к аудитории. Для того, чтобы поднять свои продажи, свой доход, вы должны иметь, во-первых, саму эту аудиторию, во-вторых, вы должны иметь возможность обратиться к ней в любое время лично. То есть, как я вам сегодня отправил 2 письма, будет вебинар, и уже через пару минут вебинар, вот точно так же вы должны к этой своей аудитории обращаться, понимаете, да? И теперь самый сок. Вот самый сок. Четвертый пункт. Меняете ссылку. То есть, когда я вам, вот раньше, помните, говорю, что я дурак, дурак дуралейный. Я рекламировал свои сайты когда-то. Вот первый шаг, второй шаг, третий, ну, в принципе, третий все равно на сайт надо будет ставить все. А вот первый, второй шаги я рекламировал свои сайты. Нельзя рекламировать свои сайты. Люди туда приходят и уходят. Некоторые там один из 100 станет вашим подписчиком по RSS, и вы с ним ничего сделать не сможете. А когда вы будете, вот меняете ссылку на свою страницу подписки, это, ну, дает намного лучший эффект. То есть вы тогда вот всех новых посетителей, вы просто-напросто превращаете в этих самых подписчиков, понимаете, да? И потом вы уже можете, вот эти самые люди становятся вашей постоянной аудиторией. Именно вот на этом этапе основан прирост посещаемости, потому что вы за месяц можете набрать там, допустим, 1000 подписчиков, вот таким способом придется постараться. И вот каждая новая статья, вот у меня где-то приблизительно вот 2 раза в неделю пишу, и каждая новая статья к вам будет приходить, там какая-нибудь, там, допустим, 300 человек из этих 1000 будут заходить на ваш сайт. Вот вам и трафик. И трафик, причем, не просто какой-то там с поисковиков там или еще откуда-то, а трафик не только целевой, но еще и подогретый, и еще постоянный. То есть это то, что очень важно. Трафик, который вам доверяет, который вас знает, который с вами общается. То есть это уже не трафик, это люди, понимаете? Вы должны не набирать трафик, увеличивать посещаемость, вы должны набирать сообщество вокруг себя, людей. То есть вы как должны смотреть на этот трафик. Поэтому размещаем, и последний шаг, размещаем подписку на сайте. Вот если вы сейчас зайдете на мой сайт, у меня там нет подписки пока только в сайт-баре, потому что мне еще и то, у меня просто до этого еще руки не дотянулись, понимаете, время. И что получается? У меня там есть и на главной странице подписка, то есть шапки. Внизу в подвале тоже есть. Скоро появится она в сайт-баре. И потом еще в одно место хочу протестировать ее, вкинуть. Но не знаю, как она будет работать. То есть это тоже у меня все это тестируется, смотрится. И вот у меня вот, допустим, сайт MasterCSS и GoodComp, они в среднем приносят от MasterCSS где-то 20 новых подписчиков в сутки. То есть это те люди, которые лазят по моему сайту через поисковые запросы, понимаете. То есть, но это опять-таки это бесплатно. Это все бесплатно, видите, да? То есть это вот такая маленькая схема, видите. Но если вы ее сделаете, если вы не поленитесь и
будете над ней работать, то есть не надо думать, что это будет, это не трудно, но это не, ну как это сказать, это не на халяву. То есть придется, естественно, поработать, чтобы вы добились этого всего. И чем больше будет ваша подписка, тем больше будет посещаемость сайта, тем больше будут ваши продажи, тем лучше будут продаваться ваши услуги, там плагины какие-нибудь и еще что-нибудь. У меня, потому что все, кто у меня что-то покупают, вот я вот даже, у меня база там сейчас 300 или 400 покупателей база, то есть люди, которые купили мои продукты, все они были подписаны на мою рассылку. Ни одного нету, который пришел и клево, куплю. Нет, такого нету. То есть человек сначала познакомился с моим бесплатным. Рассмешил. Плагины через подписку. Задолбется заводить столько подписок. И понимаете, что эта подписка, она даст вам все. Итак. Так. Вообще как? Понравилось вам? Скажите мне. Поставьте плюсик, кому понравилось. Поставьте минусик, кто знал какие-то из этих способов. Наверное, все знали. Так, многие... Так, минус. Многие знали. А вот теперь... Так, стоп, минусы, дайте я почищу чат. Стоп, на 5 минуточек, на секундочек. И теперь поставьте минусы, кто использовал их так, как я. Кто использовал так, как я? Никто. Видите, вот я про что вам вначале говорил. Способы явные, про них все знают. Но правильно используют их единицы. То есть многие их вообще никак не используют. Вот так вот.